тогда большой левый, поток. Левый, правый, ну, вернее, полосы, полосы. Начинаю я терять. На промышленный направо поедем. Ну, на перекрестке направо. Автобусы. Ты на остановку заезжаешь сразу? Тут как бы вообще всегда обращаю внимание на все. Даже из этих машин можно кто-нибудь выскочить. Пойдут вон семья за мебелью. У ребенка что-нибудь упадет, он рванет. Из-за машин ничего не видно. Тормоза, видела, машина катанулась. Да. А смысл сейчас уже, поехали. Так с какой скорости здесь можно продолжать движение? Еще больше 40. Почему? Честно, я не поняла, где там перекресток. Перекресток прям был, как это непонятно.
смотри, здесь уже машина. Ты чуть-чуть перестроилась? Ну, в смысле, нет, я влево, да, перестроилась, нет? А смысл был? Ты, ну, там эти 30. Там эти 30. По всей дороге гуляешь, мешаешь человеку, на светофоре нам направо, на перекрестке. Там эти 30 были, и я как-то думаю, смещусь влево. Для нас показано, написано, установлено. То есть мы сейчас по проспекту едем?